Приветствую вас, ребята, с вами Назар. Продолжаем играть за Австрию в Европа 4. Идет у нас война против Эфиопии. Вот. Которую мы побеждаем. И что у нас тут еще? Регенский совет, естественно. Ничего мы с этим сделать не можем. Дальше. Тут я просто... так подумал, смотрите, Венгрия напала на Хорватию, и получается, что она, ну, возьмет тут дофига этих проф. Так что вот эту миссию я, наверное, возьму. Она дается на 25 лет. Через 10 лет у нас исчезнет регенство. Если все будет хорошо, и Венгрия не подпишет союз с Польшей, то мы сможем ее заунить. Но если нет, то нет. Ну, что поделаешь. Так что берем эту штуку. Эх. Не повезло, конечно, нам с этим Регенским советом. Очень он не вовремя. Как раз сейчас такие очень, можно сказать, важное время, которое нам нужно будет сильно-сильно постараться. Нужно бы было сильно-сильно постараться, но мы не сможем это сделать. Потому что у нас Регенский совет. Вот. Легитимность. Как же ее бы еще поднять? Советников на легитимность вроде бы нету. Ну да, вот один брак, она поднимается, но... тут опять-таки... также и выпускается один брак. А что если... у меня есть идея. А они не хотят союз. Лошары. Но если я заключу мир, то они захотят. И они позовут нас в войну против Венгрии. У нас есть это казус белли на установление унии, но сработает ли оно... когда мы будем, ну, типа, без, ну, не воевать за эту миссию. Вот тоже вопрос. Тут еще две крепости остались, самые большие в Хорватии. Венгры их будут долго брать. Но просто если нельзя будет заунить их, то у нас получится, что мы получим еще больше этого самого перемирия между с нами и с венграми. Больше, чем 10 лет, за которые у нас закончится регенство. Ой, пипец. У меня уже мозг кипит от всех этих расчетов. Так дальше. Ну ладно, не будем помогать Хорватии. Извини, Хорватия. Я хотел, но не буду. Так, сюда. Сюда. Давай сюда. Хоть одно радует. Правда, толку от них. Ну как, есть толк, конечно. Так, берем 50 вот этого, отменяем выборы, и мы уже... можно не париться насчет вот этого всего. Быстрее оккупировал, плюс 5... Так, Португалия. Чего у тебя там? Опять кто-то за независимость сражается. Ладно, проходи. Но мы не можем сражаться. Обидно, печально. Так, тут у них внутренние разборки. Эти все так никак и не фабрикуют. Претензии. У нас будет повод для войны, если мы закроем полностью ветку по этим, по исследовательских идеях.
Вот. Так, идем на север. Сенар вроде бы изначально в игре не мифизической религии, а вот этой еврейской, как же она называется. Вылетело из головы, как всегда. Не иврит, иврит это письмо. Как же оно называется? Блин. Забыл, реально забыл. Умер. Берем другого дисциплина. Вот на плюс 2 пусть будет. Деньги надо бы собирать на постройку Суэцкого канала. Нам очень пригодится. Так, купировали. Надо бы собрать армию где-то тут. Давайте в столицу ихнюю, их просто их. Нету слова ихний. Так, хорошо. Что там наша колония? Цветет и пахнет. Да, цветет и пахнет. Я ее сразу уже добавил тут внутрь торговой компании. Стан. Так, хорошо. Тегали. По тылам походим. Поокупируем тут все. Ну все идет нормально уже, вроде бы остаканилось. Тут главное не набирать сверхбольшое, ого, сверхрасширение выше сотки. Это раньше набирали, там по 200%, побольше. Когда, ну типа шли на такие захваты большие. Тонет, потому что вся страна сгорит в пламени войны. Ну, вроде бы все, 99%, тут уже нет смысла добивать. Что берем? Берем, давайте тут, чтобы у нас был проход. Тут просто, чтобы закрыть. Дальше. Слоновая. Ну, слоновая кость не нужна уже. Вроде бы нормально. Так, тут возьмем. Где тут еще есть Магадишу наша. Больше таких провинций супер-пупер нету. Так, кого нужно освободить? Магадишу. Слишком мало. А Мокура. Ого. Соточка. Слишком много. Ого. Да, тут такие страны. Вот Адаль можно попробовать. Ну ладно. Будем сейчас себе набирать. Пойдем, наверное, вот так. Таким путем. Тут бы забрать у них крепости, конечно. Тут, например, забрать крепость. Тут две. Так. Чтобы было соединение.
где у них еще? Тут есть крепость. 73, сколько там? 58. Ну, тут можно набирать, сколько у нас там есть. 4%, значит 95 можно набирать. Главное опять не перестараться, а как-то так сделаем, чтобы было красиво. Красиво не получится. Так, типа, да? Так будет красиво. Никого не освободим, но зато 1, 2, 3, 4, 5 крепостей забрали. То есть следующая война будет намного быстрее идти. Тут проблема не в войнах, проблема в том, что эти провинции они слишком много занимают в процентах. Выше сотки не потребуешь. Ну да, все. Еще возьмешь. Так. Сразу налетело. Это мы не будем брать. Слишком много сверхрасширения. Все равно минус 5. Сницы 0,9 успокаиваются. Так, пойдем из найда слишком дорогого, слишком дешевого. Так, хорошо. Сбелли тут пофиг. Арагон, один брак. Джерит. Тебя бы присоединить-то. 937. У нас в минусах вообще. А еще и свобода у них. Ну, свободу можно сейчас уменьшить. Можно было уменьшить до этого. 6 минус 10, хлопок плюс 7. Меркантилизм уменьшился. Запрет на импорт хлопка. Бенгалия, Цейлон, Гоа и Инд. Пофиг. Мы там не торгуем. Так, Венгрия скушала тут, да? Поляки, пожалуйста, не заключайте с ним союз. Арагон, давай подпишем. А ты давай иди в попу. Торговец, нужно 50 дипочков. У нас прирост плюс 5. Ой, пипец. Походу нужно снять админ фокус. Или тут поставить. Тут будет шестерка, тут будет 9. А если перекинем, тут будет больше. Технологии брать тут не нужно. Тут нужно и технологии, и идеи, и присоединять. Давайте поменяем фокус все-таки. Вот так. Все равно мы теперь можем немножко быстрее менять. Так что это не проблема. Так, Джерит. Тут плюс 200. Тут тоже 200. Давайте тут отозвем. Эфиопия. Нет, я тебе не дам проход. Блин. Португалец стал папой. Плёху. Тут можно улучшить. Вообще сейчас со всеми будем улучшать. Просто тупо отношения с поляками нужно. Все. Воевать не можем. 10 лет отдыха у нас будет. Так. Кузбелли полно всяких. Войска уводим. В Александрию. Еще получать.
Хорватия. Ого. Ого. Так, тут нужно срочно увеличивать автономию, не уменьшать. То сейчас будет очень-очень плохо. Очень-очень все плохо. Так, тут все вроде бы. Косово еще, что-то ему там не нравится. Штальческие настроения плюс 15. Ай, блин, повысим, черт с ним. Кто там, боснийские, Неаполь. Но Неаполь должен успокоиться уже. Ага, успокоиться, еще больше поднялось. Ну, из-за того, что сверхрасширение пошло. Ну ничего, сейчас туда завезем войска, если даже восстанут, то мы быстро это все исправим. Жаль, нельзя как-то, ну, типа, пригласить внутрь империи. Хотя Хорватия сама могла бы попроситься. Она тут мелкая, она, я думаю, бы подошла по требованиям, хотя черт его знает, подошла или не подошла бы. Так, тут все полностью. Джерит. Но все равно не могу, у меня нету дипачков. Сорок девять. Так, нужно что-то добавить. Что-то помельче. Вот тут, например. Все равно 2%. Ну и все, и отменяем выборы. Все. Теперь мы вечный император. Зашибись. Тамара. Мы с Тамарой ходим парой. Тут крепости я одну разве что можно оставить. Вот тут, а тут они вообще не нужны. Толку от них тут никакого. Ну, повстанцев, конечно, будут сдерживать. Но повстанцы также могут взять эти крепости. Потом придется их отбивать. Неаполь, я говорил, заберу. Тут восстание, скорее всего, что будет. Повышать тут автономию я не хочу. 34. Слишком большая прова для таких действий. А, босница. Ну, тут... Как два пальца об асфальт. Давай. Сюда. Поближе подойдите. Прикол в деньгах в том, что если тут выпадают какие-то негативные, ну вот отрицательные ивенты, в которых там требуются деньги, то там идет процент, некий процент, а не определенные суммы. Например, не будет идти там, например, минус 100 монет, а пойдет минус 50%, то есть 1500 получится. Вот до 200, до 20 тысяч может быть проблематично их насобирать. Не понял. Ладно, отойдем, пусть они восстанут. А тут хоть не горы? Нет, тут не горы, уже хорошо. Теперь нужно подумать, куда дальше. Либо Скандинавия, либо Московия.
Ох, Скандинавия сейчас возьмет. Ох, она тут хапнет. Хапнет конкретно. Но прикол в том, что у Скандинавии союзы с Померанией и Миланом. А хотя нам уже теперь не нужны эти союзники. Просто с Миланом будет тяжело воевать. Тут вот в чем проблема. Так, грузись. И тут попробуем таланцинские сепаратисты с ними разобраться. Вижу, у наших союзников тоже не все гладко идет. Вот, я до следующей серии просто пропущу время. Если повезет, Венгрия не заключит союза с Польшей. Хотя я сомневаюсь в этом. Скорее всего, что заключит. То попробуем напасть на Венгрию и заунить ее. Получится, то это будет очень-очень хорошо. Ну, тут, конечно, 50 тысяч у них не будет, но 40 тысяч, я думаю, будет где-то примерно. Вот. Москва, может, союз? Не хочешь? Я бы помог тебе. Но ты не хочешь. Так уж и быть. Так, что у нас там дальше? Дальше у нас все станут нашими... этими самыми... Как же оно называется? Вассалами. Но тут Савойя, Милан, Фландрия, большие, Кёльн, они не хотят, не поддерживают эту реформу. Нужно как-то с ними будет договариваться, даровать милость императора и так дальше. И тому подобное. Ну, наверное, еще из-за авторитета они... Вот. Сроки истекают тут, мы ничего сделать не можем. Давай уже, что ты там тормозишь-то так. Отправляем. Добавим эти пробы в империю все. Вот, 66-й год. Уже сейчас я бы мог нападать на Венгрию. И не было бы с этим проблем. Тут, походу, пропустил эту пробу раньше. Все, тут больше ничего вроде бы нету. Так. Все, нету. Хорошо. Разбили. Еще одна. Мы тут даже успели взять крепость. Одну и вторую. Попробуем тоже отбить. Помочь. Так, получили мы тут. Уже в плюсы ушли. Ну и что? Можно присоединять. 900, да? Ну, на депрепутацию теперь я уже пофиг. Хотя, если смотреть, если я Джеред присоединю... то я ну, просто не смогу эти пробы добавить внутрь империи. А если Арагон присоединю, то смогу. А, блин, тоже дилемма. Дилемма дилемская. Тут еще можно добавить. И тут вспомнил. Везде подобавлял. Как же поступить? Кого присоединять? Арагон, конечно, помогает в войнах. Но мы получим эту армию, будем сами с ее помощью тут воевать. Но Арагон
Блин. Блинский блин называется. Тут и дешевле. Ему еще и можно отдать несколько про Франции. Не, давайте этот Джерет, а то он просто забирает тут слоты дополнительные. Хотя зачем мне слоты нужны? Да не, нужны. Берем вот эту штуку на стоимость на 10 лет. Админочки нам сейчас нужны, но не сильно. Вот, и начинаем 520. Это уже намного дешевле. Минус 2 еще и рост. Но оно будет так варьироваться по нулям. Ой, блин, но я же не смогу взять идею. А у меня там скидка на идею. Но на идею там маленькая скидка, а вот на присоединение больше. На присоединение 15, а тут десятка. Может и получится. Кто его знает. Вот, с Венгрией перемирие закончено. Союза с поляками нету. Рекорды плюс один. О, получили колонию. Замечательно. Ну и куда дальше колониста отправлять? Получили колонию, но толку от этого немного, конечно. Можно отправить типа вот сюда и сфабриковать потом претензию на Чиму. Эти клоуны наши, я не знаю, почему они не фабрикуют, в чем дело. Но они реально какие-то долбанутые. А этот тоже не фабрикует. Не тут. Блин, что с ними? Что с вами, пацаны? Куда бы отправить? Туда, где есть торговля. Например, сюда. Вот сюда. 270 дней. Наверное, не знаю, куда отправлять. Просто тут особо-то сильно не нужно сейчас что-то колонить. Так, сколько там еще? Еще 8 лет. Сословия. Можно админку взять. 20 лояльности. Вот это поднять. 10 влияния, да? Давайте так и сделаем. Хотя зачем мне админка? Ладно, теху подниму. Тут 68 еще 2 года. Тут не надо. Так, опережаем, как всегда, время. Еще бы можно, конечно, было с Марокко повоевать, но не получится. 74 года, типа, написано. Но тут, если расходовать 10 дипочков в месяц, а когда они закончатся, то будет немножко длиннее. Вот. Так. Перу. Перу там вроде бы нормально все. Да, по нулям. Так что можно разочек себя апнуть. Ну, не будет Рейнского совета. То будет все нормально. Я надеюсь. Неапольцы все никак не могут восстать.
Хотят, но не могут. Вот что за бредятина? Османы, блин, Грузия. А, мы вернули даже Грузию эту прову. Что-то забыл это. Ну, теперь Грузию полностью сожрут. Офигеть, офигеть, офигеть. Чё вы творите? Что там? Не хотят за нас голосовать? Так, христиане, стаба. Престиж. 500 монет. Стаба не хочу потерять. Да, 13. Отказываются голосовать. И все большие. Кёльны, Савоя, Фландрия. Так, теперь 5 не поддерживают. Возможно, из-за сверхрасширения это было. Да, 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 да. Все, понял. Понял, и теперь я все понял. Ну, теперь только те, у кого другая вера, те не поддерживают. Но это фигня. Их быстро присоединяешь. Объявляешь войну. И без проблем с этим справляешься. Так, отбили. Провку. Возвращаемся домой. Тут все начали падать. Ну все, теперь окончательно страна наша стабилизировалась. Вот. Увидимся уже в следующей серии, где у нас закончится Регенский совет. И будем карать всех. Конечно, хорошо начать это с Венгрии. Даже если бы у меня были, вот они все вступили сейчас, вот я смог провести реформу, они бы стали нашими союзниками, ну, вассалами, я бы начал даже войну против Польши. Ну, Польша, она уже нам не нужна. Просто когда есть такая толпа вассалов, которые делают все за тебя, тут гнут все и вся, всех убивают, то Польша и не нужна. Вот. А Венгрия, да, Венгрия нужна. Но, к сожалению, у меня только 22. Можно было бы, конечно, Арагон присоединять. И тогда я бы смог провернуть такую операцию. Сверхсекретную. Но, к сожалению, это не так. К сожалению, я решил все-таки Джерид присоединять. И тут уже пошло много очков. 115. Так что пусть будет, ладно. Пусть будет так, как есть. А там разберемся. С поляками, конечно, будет... Будет потно. Потно. Очень сильно. Ну, не в плане войны. В плане мы их разбьем, но просто... Тут жрать, жрать и жрать. Тут я не знаю, сколько войн нужно. 10, наверное, чтобы ее всю сожрать, эту Речь Посполитую. Как-то нужно будет выделять там Полоцк, например, давать, не знаю, Киев. Ну, Киева там парочку пров я смотрю. Тяжело, короче, это будет делать. Вот. Тевтоном. Тут есть парочка пров. Литву, конечно, можно, но Литва подпишет союз с поляками. Короче, нужно будет думать, как это делать. Савоя против нас дипломатический выпад сделала. Дурак, что ли? Ну ладно. Спасибо за внимание. С вами был Назар. Всем пока.